Вот это да! Вот это находка! Гляньте только на это! Никогда таких раньше не видел. Вот это дождевик просто огроменный, гляньте. Толстенный какой, просто супер. Я такие за всю жизнь не находил никогда. Находил мелкие, но таких огромных никогда. Не знаю, что это за подвид, конечно. Но я его заберу, я знаю, что они вроде как съедобные. В интернете потом посмотрю. Вот это сюрприз, так сюрприз. Не ожидал такого увидеть. А, ну вот какой-то поменьше. Гляньте, ну он вроде как уже пропавший. А этот здоровенный берем и смотрим дальше. И у этого огромного дождевика есть продолжение. Гляньте, вот в кустах еще один. Правда, чуть-чуть поменьше, но все-таки тоже из этой же породы, скорее всего, гляньте. Какой шикарный. Вот их два таких. Это просто обалдеть. Такие вот огромные. Если второй нашелся, сейчас поищем еще. Давайте продолжим. Да, дождевик все-таки есть еще один. Только этот еще поменьше второго, гляньте. Такой молоденький. Вот это ноябрь. Вот это я понимаю. Гляньте теперь их. Три штучки вот такие. Это шикарно просто. Никогда таких раньше не находил. Мой рекорд, так сказать. Смотрим дальше.